Друзья, меняемся. Наш основной ресурс теперь не YouTube, а ВК-видео. Увидимся там. S24 FE. Бутерброд из металла и стекла. Да за что такие бабки? У Xiaomi это есть за 35 тысяч. И процессор тут хуже для игрушек. Нахрен это все. Привет всем, друзья! Вы на канале Кьюк. С вами Андрей, а в руках у меня он самый, S24 FE. Но в этом году подход у Samsung поменялся. И хорошо это или плохо, в этом видео попробуем с вами выяснить. С одной стороны, она была значительно дешевле, чем S-линейка, конкретная основная, там S23, S24, S20, когда она только появилась. Но при этом имела ряд ограничений всегда. Допустим, тот же самый S20 FE на Exynos был по-своему ужасен. S20 FE на Snapdragon прекрасен. S21 FE был более спорным, чем S20 FE на Snapdragon, но удачнее, чем на Exynos. Ну, с он таким тоже было неплохо. Плохим агрегатом. S23 FE прямо сейчас продается, в том числе в магазине Кьюк. Ценник у него очень приятный, но понимаете, что это прокачанный A55 скорее, чем S23. В этом году S24 FE это скорее S24 с небольшими ухудшениями. При этом ценник у него ниже. И вот задача, как обычно, понять, да, то есть вот те деньги, которые прямо вот сейчас этот телефон стоит, вы готовы отдавать эти деньги или нет? Потому что, как по мне, S24 FE получился шокирующе неплохим. Я уже ознакомился с некоторыми обзорами моих коллег. Ну какой нахрен игровой телефон Samsung? Вот надо понять, это не игровой телефон. И с точки зрения того, что это не игровой телефон для взрослых людей, которые понимают, что хотят, давайте этот обзор и мы и начнем. Актуальная цена на покупку этого смартфона и многих других версий, рекомендую посмотреть, сколько стоит, допустим, S23 Plus. По ссылкам под видео в магазине Кьюк найдете. Вопросы, как обычно, лучше задавайте в нашем телеграм-канале, ссылочка под видео. Поехали. И напоминаю про наш ежемесячный розыгрыш одного классного смартфона в любую точку Российской Федерации, которую мы отправим победителю, и множество промокодов на покупку в нашем магазине. Условия розыгрыша следующие. На нашей платформе ВК-видео подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии содержательные по теме видео и ждете итогов розыгрыша. В следующем месяце их подведем и призы отправим. Удачи. S24 FE. Вот такой вот он у меня в руках сейчас попался. Если в прошлом году S23 FE был скорее ближе к S23 маленькому, при этом по габаритам, чтобы вы понимали, S24 FE больше, реально больше по высоте и по ширине, чем S24 Plus, при том, что экранчики у них одинаковые. На самом деле разница не очень глобальная, но вы потом поймете почему. Что касается S24 FE, на комплекте не буду останавливаться, потому что комплекта фактически нет. Экран, смартфон продается вот в таком виде, голенький, так сказать, без пленочки, без чехла, без зарядки в комплекте, только USB Type-C провод и все. Сам по себе телефон представляет из себя бутерброд из металла и стекла. Здесь у нас металлическая из алюминия рамка, Gorilla Glass Victus Plus, стекло сзади, спереди, плоский, не скругленный, полноценная защита от воды по стандарту IP68, все по-взрослому. Также немножко выступающий камера над корпусом, тройной, в принципе, понятно, дизайн, это то, что Samsung не меняет последние несколько лет, по крайней мере, задняя крышка касается это. Кому-то нравится, кому-то не нравится то, что это телефоны там от 10-15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей выглядят одинаково абсолютно. Зачем портить то, что, в принципе, удачно? С дизайном еще несколько поработали, по сравнению с S23 FE смартфон стал намного эргономичнее, но рамки, вообще края корпуса стали намного удобнее, особенно вот на задней крышке, их немножко скруглили, за счет этого они так не впиваются в руку, конечно, вот то, что находится со стороны дисплея, оно более острое, но в принципе ты с этим намного меньше контактируешь, и пользоваться и держать в руках смартфон стало действительно очень-очень комфортно. Ну и собственно, если говорить про лицевую часть, то включая телефон, мы здесь как раз понимаем, почему же при одинаковой диагонали S24 FE больше оказывается, чем S24 Plus. Это рамочки. Они здесь не такие уже трагические, как были в A55 и S23 FE. Там одинаково гигантские рамки. Ну, это на белом фоне будет, наверное, лучше всего понятно. В S23 FE действительно рамки очень толстые. В S24 FE рамки просто есть. И, опять же, многие на эту тему говорят, что даже в S20 FE, да, 4-летней давности были меньше рамки, чем в S24 FE. Но они ощущаются из-за более вытянутого и крупного дисплея. И, в принципе,
принципе, из-за того, что они сами по себе все-таки стали чуть-чуть буквально тоньше, но выглядят они более-менее гармонично. Да, они несимметричные относительно верх и низа и боковые, но в целом это небольшие рамочки, все это выглядит аккуратно, вырез под селфи-камеру тоже такой аккуратненький, в целом ничего критичного. Качество сборки прекрасное, знаю, что у нас здесь, собственно, стекло спереди и сзади, но несмотря на все их защищенности, закаленности и так далее, я один из тех, кто, скажем так, пульт в пакетике я дома не храню, а вот смартфоны в чехлы обычно одеваю. При этом, что касается элементов управления, справа находится качелька громкости, кнопка включения, сверху прорезь для двух дополнительных микрофонов, для, собственно, двух сим-карт, слева у телефона нет ничего, только антенки в металлическом вот этом каркасе для сигнала, снизу опять же антенка, микрофон, USB Type-C и прорезь для основной динамики. Стерео в телефоне есть, беспроводная зарядка поддерживается, про влагозащиту я говорил, полноценная IP68, то есть от погружения в пресную воду смартфон прям защищен. Разъем для наушников нет, eSIM в телефоне присутствует, но всегда можно использовать только две симки, или две физические, или одну физическую и одну электронную. Что касается дисплея, здесь у нас 6,7 дюйма, Full HD Plus разрешение, это главное отличие, скажем, от Plus версии, где QHD разрешение, то есть намного выше. При этом дисплей здесь динамик AMOLED 2X, автоматическая регулировка яркости, высокие вообще показатели по пиковой яркости, 1900 нет, хотя в авторежиме где-то показывает смартфон 1300 нет, но все равно это хорошо. Автояркость работает безукоризненно, собственно, здесь хорошо все и с датчиком приближения, он грамотно отрабатывает, реагирует. OLED on display тоже есть, это опять же самсунговский AMOLED, но все-таки на чем-то экономить приходилось, поэтому дисплей здесь регулируется от 60 до 120 Гц. Экран очень плавный, надо признать, и в основном он работает, по-моему, в 120 Гц. Но сейчас у меня к дисплею вопросов особых таких и нет. У меня глаза не чувствительны к шиму, поэтому я признаю, что шим здесь есть. На низкой яркости он у людей может вызвать определенный дискомфорт, особенно у людей с чувствительными глазами. Но лично для меня вопросов никаких здесь по дисплею не возникло. Хороший показатель яркости, очень высокая отзывчивость. Дисплейчик реально приятный во всех отношениях. Вот реально очень приятный. Смартфон S24 и S24 Plus в России получили процессор Exynos 2400. И несмотря на то, что многие Exynos не любят, но поколение получилось очень удачным. И как и все остальные Exynos, это абсолютно не игровое решение, на котором тоже можно поиграть в игрушки. Но, скажем так, по сравнению с другими процессорами, там Snapdragon или MediaTek, они больше греются, имеют меньшую производительность и больше тропят. Вот с Exynos в этом плане ничего не меняется, но последний Exynos, вот 2400, очень и очень удачный. В плане автономности, в плане работы с нейросетями, в плане вообще вычислительной мощности и адаптируемости под прошивки. Это вот в S24, S24 Plus я говорил в обзоре. Здесь же точно такой же 10-ядерный процессор с немножко задушенными частотами относительно S24 без приставки E. По сути, здесь еще оперативной памяти 8 гигабайт, в старших у нас 12. Все, ребята, разницы больше никакой. 1 600 000 баллов набирает смартфон Вантуту, старшие набирают 1 800 000. И по сути, как я говорил в самом начале, просто примите тот факт. Это смартфон не игровой. Поиграть на нем можно. Причем поиграть на высоких настройках, на ультранастройках, там, где запустится PUBG, танки, там, Genshin Impact, Honkai. Будет нагрев, будет тротлинг. Нагрев будет значительный. Смартфон будет проседать немножко по производительности, но все равно будет тянуть даже на высоких настройках, если для вас это важно. Но я абсолютно уверен, что те, кто покупает дорогие Samsung, и в том числе покупает S24 FE, как и предыдущий Samsung S23 FE, не покупает смартфон ради того, чтобы на нем поиграть в Genshin Impact. Ну давайте быть честны, люди покупают Samsung в первую очередь, потому что это Samsung, а не потому, что он показывает какие-то потрясающие баллы в FPS. И поэтому для тех, кто не играет, хочу сказать благую весть. Этот смартфон работает практически идеально. Я сравнивал скорость работы S24 FE и S24 Plus. Разницы нет. Есть небольшая разница при открытии очень тяжелых приложений, сворачивание и разворачивание. Но это разница еще в оперативной памяти. 8-12 гигабайт, все-таки в 2024 году 8 гигабайт, скажем так, это еще очень даже достаточно. Я уверен, что и дальше это будет достаточно. Но как и на компьютерах, я уверен, что со временем этого будет маловато. В общем, процессор удачный с точки зрения самого смартфона. Очень все быстро работает, летает. У меня никаких лагов, фризов, подтормаживаний. Очень плавно работает. Никаких плавная анимация, прям все реально очень здорово.
Очень здорово. Говоря про аккумулятор, здесь Samsung сделал финт ушами. По сравнению с S23 FE стало лучше во всех отношениях. Во-первых, было 4500, стало 4700. Во-вторых, ну, сам по себе процессор более, намного более энергоэффективный, чем Exynos, который стоял в S23 FE. И при этом емкость все-таки здесь меньше, чем в плюсе, там 4900, и зарядка. Здесь оставили почему-то зарядку проводную на 25 ватт. Да, есть беспроводная на 15, если кому это важно. Телефон заряжается все те же, где-то там час 40 до 100%, от самсунговской зарядки чуть-чуть побыстрее иногда заряжается, я не знаю, как это работает, но реально заряжается быстрее. В целом, как бы, ну, вот с этим надо просто смириться, зарядка не быстрая. Зато по части автономности S24 FE получил ровно те же самые плюсы, что S24 старший. Процессор тот же, и он энергоэффективный. Опять же, здесь надо опять сделать сноску, но если его не нагружать чем-то тяжелым по графике, вот если вы запускаете игрушки, запускаете какие-нибудь графические дизайнеры, ну что-то вот, что нагружает именно процессор, прям вот сильно нагружает его видеоядро, смартфон будет разряжаться очень быстро. В обычном нормальном сценарии здорового взрослого человека, без игрушек, то есть утром снял зарядки 100%, фото, звонки, в интернете посидел, видосики посмотрел, там в Ютубе, ВКонтакте, еще где-то, там что-то попереписывался. Нормальный, хороший нагруженный сценарий, я прям уверяю, что без игрушек смартфон проживет 8 часов дисплея. С игрушками, вот включаем игрушки, добрый вечер. Вот, да, вот как бы там за час игры в Honkai у меня ушло что-то там 38, что ли, процентов. Ну, то есть это дико. Говорим про камеры. Селфи у нас здесь на 10 мегапикселей, здесь она, ну, не знаю, сколько камеру эту на 10 мегапикселей для селфи в Самсунге мы уже видим. С S8, если не ошибаюсь, она появилась. И, по-моему, ничего особо не меняется. Потому что селфи реально очень неплоха. Более того, пишет 4К 60 кадров в секунду, в том числе и вообще 4К 30, даже со стабилизацией. И очень хорошая себяшка, как была несколько лет назад, так и остается до сих пор. Понятно, что в ульты ставят еще круче, еще лучше. Но и здесь выглядит все очень неплохо. Основной модуль, более того, также остался, по сути, от S24. Те же самые 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Более того, сверхширик, те же самые 12 мегапикселей, ровно как и в плюсе в старшем. Упростили телефотообъектив. Здесь он всего лишь на 8 мегапикселей. Стабилизация электронная, это трехкратное тоже оптическое приближение. Во флагмане, собственно, в S24 Plus это трехкратное оптическое приближение, но с оптической стабилизацией на 10 мегапикселей. Там матрица, конечно, значительно поинтереснее. Но в любом случае, надо понять, что большинство кадров на все смартфоны делаются, конечно, на основной сенсор, как и в случае с S24 FE. Надо ли говорить, что качество снимков и качество видео здесь отличное? Это действительно смартфон, который я однозначно могу поставить на одно из первых мест по части того, как классно он снимает фактически во всех условиях. Днем, вечером, ночью, в авторежиме, без включения даже ночного режима, включения ночного режима. Нейросети здесь еще подключаются в том числе. В любом случае получается очень и очень хороший результат. Оно прямо сейчас S24 FE снимает на основную камеру ровно так же, как и старшие модельки. Ширик тут точно такой же, он сам по себе неплох, не дотягивает до шириков на 50 мегапикселей у многих китайцев, здесь мы пеняли в том числе в S24 на это, но фактически сам ширик вполне себе сносный. А вот телефото модуль, конечно, проще, значительно проще, чем у остальных смартфончиков, но по сути здесь можно констатировать только тот факт, что хорошо, что он есть, трехкратный оптический зум приближения, да, то есть это всегда здорово, без потери качества что-то взять, сфотографировать, и даже нейросети могут дорисовать что-то на там 6x или даже 10x. Говоря про звук и вибро, хочу сказать, что вибро здесь простенькое. Вот здесь ничего не могу особо хорошего сказать. По поводу звука все неплохо. Стерео есть, звук ощущается таким хорошим, качественным. Но опять же, ну, далеко не лучшие представители. То есть, мне кажется, ультра звучит получше. По части связи лично у меня никаких вопросов не возникло ни с чем, ни с Wi-Fi. Wi-Fi 6 поддерживается, Wi-Fi 7 поддерживается, 2.4, 5 Гц, все работает отлично. У меня в квартире роутер Wi-Fi 6 до сих пор висит, все прекрасно. Две симки есть, напоминаю, есть еще поддержка eSIM в версиях для России, в версиях, которые, собственно, в магазине Qt продается. Или одна симка физическая, или одна электронная. Здесь, собственно, выбирайте. NFC, оплата телефоном тоже срабатывает на ура. Само собой, не Samsung PM, а Mir PM или каким-нибудь другим PM. Ну и прошивка, это вот то, что
тоже важно. Android 14 версия, оболочка прямо сейчас One UI версии 6.1. Ровно те же самые фишки, которые есть в S24, S24 Plus, S24 Ultra, здесь тоже присутствуют. Дополнительная защищенность появилась. Телефон блокирует установку отдельных приложений, сканирует дополнительно файлы. Это, кстати, я пошел отключил, потому что все оставил он тут, и он блокировал просто элементарную установку какого-то странного пакета. Пришлось пойти отключить. Ну и, конечно, фишки искусственного интеллекта — это то, на чем сейчас производители будут ехать в ближайшие несколько лет. Здесь пока что фишки искусственного интеллекта, они очень полезные, на самом деле очень приятно им пользоваться. Они уже сейчас работают на русском языке. Galaxy AI, что здесь называется. Ассистент для вызовов. Выполняйте перевод в реальном времени во время звонков. Ассистент по чатам. Переводите содержимое чата в сообщении в выбранных приложениях, допустим, в Telegram-канал, каких-нибудь сетей электронных, и автоматически все это будет переводиться. Данный ассистент будет вам подсказывать по стилистике и грамматике, как можно переписать ваше сообщение. Опять же, сводка из веб-страницы. То есть не читаешь все, что написано здесь, а просишь их сводку. Ассистент по фотографии. Взял, зарисовал и всех лишних людей убрал. И эта штука будет дальше развиваться, эти фишки будут сюда также приходить, как и на S24. То ли будет еще в S25, конечно, но все равно вопрос в том, что это уже есть здесь и сейчас. Обновляться тоже будет несколько лет, так что еще Android 17 мы здесь увидим, если я правильно понимаю. И в качестве вывода, я в принципе не соглашаюсь с теми, кто фокусируется изначально на негативе, да, то есть те, кто хайпят на негативе. Я абсолютно не такой. Я в первую очередь про реальное использование, про сценарий реального использования и про позитив за тем, что можно использовать. И вот я лично очень, вот честно, даже для себя очень позитивно отнесся к вот этому телефону, потому что именно в этом году в S24 FE могу сказать, что, наверное, это самый удачный FE со времен S20 FE с процессором Snapdragon. Потому что, по сути, мы получили немного порезанный S24 Plus. Здесь немного понизили частоту процессора, ухудшили телефотозум. Дисплей поставили попроще. Это вот да, это момент, это точно. Медленнее зарядка и чуть-чуть там на 200 мА меньше емкость аккумулятора. Но фактически, ребята, мы за меньшие деньги легально покупаем тот же самый S24 с тем же самым дизайном, с теми же самыми материалами, с теми же самыми фишками. Посмотрите в магазине Qt прямо сейчас, сколько стоит телефон. У нас в магазине Qt, потому что лучше цены, но полноценный Samsung с гарантией, со всеми плюшками. Смартфон, который я сейчас включу в ротацию, чтобы купить своей жене. Так что S24 FE удачный смартфон для тех, кто не играет в игрушки. Для тех, кто играет в игрушки, конечно, они скажут: да за что такие бабки? У Xiaomi это есть за 35 тысяч, и процессор тут хуже для игрушек. Нахрен это все. Это смартфон для взрослых, понятных людей, которые хотят понятный, нормальный смартфон. А это классный смартфон. И я уверен, что вот ценник на него прям вот стоящий. Менять ли S23 FE на S24 FE? Я бы тоже сказал, причем да. Я редко говорю так про следующее поколение, потому что разница между ними небольшая обычно. Но S24 FE живет дольше, он производительнее, у него больше дисплея, у него лучше камера. Ну прям вот, ну так, хорошее изменение. Ссылка на покупку есть под видео. Вопросики задавайте, мнениями по смартфону делитесь. Вам чмоки, с вами был Андрей, Qt.ru, пока.